Команда Анапского колледжа сферы услуг готовится к национальному чемпионату молодых профессионалов. В активе второе место на краевом первенстве. Компетенция или дисциплина – предпринимательство. По условиям за определенное время необходимо будет подготовить бизнес-план под определенную задачу, например, создание производства. Жизнеспособность проекта будут оценивать эксперты. Точных условий не знает никто, но есть универсальные навыки. Мы работаем именно с финансовым планом, потому что это самые тяжелые показатели. Налоги, денежные средства. У нас есть силы, есть возможности, мы не хуже других, мы лучшие, конечно. Специальности предпринимательства в учебном заведении нет, но всем без исключения читают общий курс. Возможно, что у кого-то есть призвание. Владислав уже занимался собственным делом, фотографировал отдыхающих. В команде он генерирует идеи и управляет финансовыми потоками. Интересно, знакомишься с людьми, то есть это уже не региональный этап, а это уже национальный, то есть это этап уже России. То есть студенты со всей России съедутся пообщаться с умными людьми, с экспертами. Очень колоссальный опыт и, я думаю, останется на всю жизнь. Даниэла в команде отвечает за изучение рынка и продвижение компании, товара или услуги. Для нее история началась с недели предпринимательства, которая проходила в колледже. Девушку пригласила преподаватель. В итоге возник план по созданию мини-кондитерской. Стартовый капитал около 500 000 рублей. Эксперты оценили А. Автор не исключает, что со временем займется бизнесом. Соревнования же молодых профессионалов – еще одна ступенька. Здесь очень получают большой опыт именно в сфере предпринимательской деятельности. И очень многому учишься у экспертов, потому что нам обращают внимание на наши ошибки, на то, что мы должны, наоборот, делать или чего мы не должны делать. И именно выслушивая их, конечно же, очень многое узнаешь и учишься. Финал 5-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» откроется в Краснодаре 15 мая. 1200 молодых людей со всей страны, а также стран СНГ, будут соревноваться в 109 компетенциях. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной. Из них будут формировать команды для международных соревнований по профессиональному мастерству.